Добро пожаловать на остров Извержения, последний остров. Часть мусора здесь утрамбована и слишком велика для вашего мусорного бластера. Поэтому сперва нужно его разбить на части, прежде чем вы сможете утилизировать его. Вы можете разбить утрамбованный мусор на части, стреляя в него с помощью трэш-бластера. Вон оно что. Блин, меня же предупреждали, что назад не ходи. А куда я упал? А, в грязную воду. Ну, не страшно, В общем, приветище! Мы находимся на лавовом острове. Острове Извержения, кому как угодно. И мы продолжаем нашу великую генеральную уборку островов. Ну, все, начнем. Я предлагаю здесь осмотреться. Уверен, здесь много всякого нового, чудного и забавного. И чтобы избежать такой же хитуевины, как на прошлом острове, ну, знаешь, когда я собрал весь мусор, а он мне в итоге пригодился, чтобы построить какие-то приблуды. Чтобы такого избежать, давай мы осмотримся, что здесь, пчелы? Или это осиное гнездо? Не, больше похоже на пчелиное. Оу, как у нас забита трэш-машина, смотри. Тут у нас утрамбованный мусор, который нужно как-то разломать. Попробуем всосать? Нет, всосать не получится. Этот мусор нужно его попробовать водичкой размочить. Пойдем наберем свой бластер. Врубаем мощный напор. О, отлично. Получилось. Давай теперь отмоем эту трэш-машину и запульнем весь этот мусор в нее. Спасибо за монеточку. Все, байки моего трэш-бластера забиты. Пластик-то мы сейчас скинем. Кстати, интересные статуи. Такие мы видели, но они были не светящиеся. Они были обычные. Какой-то вуду тут присутствует, что ли? Вот он автомат, который алюминий поглощает. Его нужно просто построить. Я тут мимо бегаю у него и даже не понял. О, знаешь, что я забыл тебе сказать? Самое важное, блин, пока я тут ношусь, сломя голову. Давай-ка опускайся вниз под видео. И поставь свой царский, крутой, наилучший, вообще офигенный лайкос. Прочитай свой крутой лайк. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Вот. Ух ты, глянь-ка, сколько здесь грибов. Обалдеть, их можно собрать? Нет, нельзя. Жалко. Такой бы грибной суп сейчас заморганил. Так, у нас с тобой остались спрессованные кучки мусора. Сейчас мы их быстренько с тобой разобьем. Соберем все, что тут есть. Мне показалось, что грязнюки вылазить собрались. Не-не-не. Не вылазите. Так, все, кучки мусора я вроде бы все собрал. Осталось только отмыть... А, нет, не все. Вот теперь все. Осталось только отмыть цветочки и деревья. Пока я тут бегал, отмывал, к нам заскочила лисичка. О, и сейчас еще кто-то прибежит. Надо же, барсук! К нам барсук зашел в гости. Барсучок, ты где? Барсик. Вот он, милашечка, бегает. С открытым ртом. Ты что такое? Что-то его напугал, по всей видимости. Может быть, он кушать хочет? Как насчет покушать, а? Хочешь? Хочет, конечно. Милаш какой. На, кушай. Так, продолжаем отмывку растений. Нам чуть-чуть осталось. И, кстати, скоро должны вылезти грязнюки. Причем не одни, со своим вожаком. С мега-грязнюком. Я думаю, что вот сейчас он вылезет. О, началось. Смотри, лезут. Монеточки все обязательно забираем. Лисички, прячьтесь, прячьтесь. Мега-грязнюк. Зальем ему рот чистой водичкой, чтобы он не рыгал. Не-не-не, обрыгивай мои автоматы. Зарыгал. Вот он, свинота, а. Где еще у нас грязники? Ух, сколько вас. Монетку держал, видел? Он чуть не бомбанул с этой монеткой. Еще один монетку нашел. Я в него не попадаю. Он неуязвим, куда я выйду. А, вот, наконец-то. Я уж думал, четырюга грязнюк какой-то попался мне. Что нам тут еще отмыть нужно? Ух ты, гризли! Крутяк! Ну, правда же он няшный, ты посмотри на него, он такой милаш. Кстати, он ест сэндвичи, вот такие вот. Дерево, которое выращивает сэндвичи, специально для гризли. Это просто сказка. Так, мне нужно еще после мега-грязнюка почистить наши трэш-автоматы, а то он их заблевал, вот так вот. Что у нас по чистоте? По чистоте у нас 94%, это означает, что я где-то еще не прибрался. Наверное, вот этот вот цветочек я не отмыл. Оп, о, что это было? Меня кто-то толкнул? Сверхъестественное где-то рядышком. Полтергейст, наверное, бегут, толкаются. Ну все, цветочек мы отмыли. А это означает, что настало время кормежки. Нам нужно здесь на острове откормить всех животных.
Лисичкам мы даем куриную ножку фиолетовую. Похоже, она, знаешь, облученная какая-то, радиоактивная ножка, потому что она фиолетовая. Непонятно, с чего ли она фиолетовая. Так, для медведя мы сейчас наберем сэндвичи. Сэндвичи, а вот. Вот такие сэндвичи. Блин, как классно, да, когда у тебя дома растет растение с сэндвичами. Просто чудно. Миша, держи. Вот тебе сэндвичи, кушай, пожалуйста. А, вас тут двое даже, я думал, у нас один медведь. Барсук, держи свою ягоду любимую. Вот, это барсука мы сейчас освободим. Ну-ка, ну-ка, ой, какой ты красивый. Зачетный цвет у тебя, барсук. А вот и Миша познабил. Сейчас посмотрим, как у нас гризли будет выглядеть. Гризли-кризли. Красный гризли. Вызывающий красный цвет. Усо, осталась последняя лисичка. Сейчас мы ее откормим, держи, лисичка. Кажется, одного кусочка будет тебе достаточно. Это туда. Да. Ну что, я тебя поздравляю. Первая часть лавового острова очищена. Шикардос. Нам сейчас нужно, чтобы медведи... Да, вот гризли подходит и очищает наш автомат. Сейчас они сидят в пчелиной улей. Классно. Мишки любят мед. Смотри-ка, они очистили автомат. За что им огромное спасибо. Сейчас мы купим себе билетик в следующую локацию. Миша, отойди, пожалуйста. Так. Простите, но у вас не хватает денег. Блин! Я смотрю, тебе нужны деньги. Я могу помочь в этом. Ну, ты намекаешь на кредит, да? Банк может выдать тебе денежные средства на твои большие покупки. Черт. Ладно, походу буду в кредит ввязываться. Погнали. Так. Заходим в банк. О, банк уже считал мой Face ID. Как вы, возможно, знаете, банковский кредит – это безопасный способ занять деньги, если вам нужно сделать крупную покупку. Вы можете обратиться в банк, чтобы занять 200 монет, чтобы открыть платные ворота. То, что нужно. Вы должны вернуть этот кредит, выплачивая немного денег каждый месяц до полной суммы. Ну, то есть я должен вернуть деньги с процентами. А именно плюс 20 монет к моей занимаемой сумме. То есть 220 монет я должен буду вернуть им потом в итоге. Ну слушай, по сравнению с акулой, тут вообще фигня. Так что я беру этот кредит, я согласен на все. Подписываем документики Face ID-шкой. Отлично, у меня есть 200 монет, и теперь я могу спокойненько купить проход. В смысле у меня нет денег? А, мне еще кредит не одобрили. Ждем, пока одобрят кредит. Все, ништяк, мне одобрили кредит. У-ху! Ну, пойдем. О, я смотрю, у тебя появились деньги, чтобы открыть ворота. Иди ко мне. Да бегу, я уже бегу. Отлично. Мы открыли ворота и можем туда пройти дальше. Но сперва я хочу осмотреться здесь. Я видел здесь... Вот. Вот что я видел тут. Тут яичко. Но чтобы его достать, нам нужен тигр. По всей видимости, тигр умеет плавать. Как там интересно-то. Ладно. Мы сюда еще вернемся. Больше проходиков здесь нет. Можем идти в следующую локацию. Нас ждет мост и куча мусора. Эй, Бионавт, в моем магазине есть апгрейд для твоего трэш-бластера, так что заглядывай. Опачки, давай-ка заглянем. Пигби меня порадует сейчас. Что за апгрейд? Стормор. Этот апгрейд увеличивает количество слотов в магазине. Зачем мне это нужно? Ну ладно, давай купим. А, у меня денег все равно нету. У меня 117 монет, а эта штука стоит 150. Ну и ладно, сейчас подзаработаем, потом обратимся. Еще один кредит я брать не собираюсь. Мне нужно этот еще выплатить. Что у нас здесь? Скорее всего, это банкомат. Сейчас отмоем, посмотрим. Вызываем нашего дрончика. Дрон чинила. Что это? Да, это у нас банкомат будет. Давай рассказывай, что тебе нужно. Баночки, сляночки, денежки. 5 монет. Опс, одна лишняя. Значит, теперь стекло. Вот так. И пластик 15. У меня пластика не хватает чуть-чуть. Пластик есть. Пожалуйста. Все, банкомат у нас построен. Кстати, видишь, справа вверху есть календарь. Этот календарь отсчитывает дни, когда у меня спишутся деньги за кредит. Да, по-моему, мне дали 30 дней на выплату кредита. Так что счетчик капает, как говорится. Нельзя расслабляться. О, у нас тут магазинчик. Давай-ка его очистим. Вот так, здорово. Все, трэш-бластер у меня... О,
Трэшбластер у меня забит, а здесь я нашел яичко среди грибов. Ах, мое первое яйцо. Можешь ли ты мне помочь найти остальные на этом острове? Да не вопрос, ты меня это просил уже два раза. И третий раз справлюсь. Бежим с тобой строить трэш-автоматы. Ой, грязники лезут. Да блин, я даже не успел трэш-автомат начать строить. А, на монеточки мои сразу позарились, ага. Сейчас разбежались. Фигу вам в руки, а не монеточки. Ну вот, теперь со спокойной душой мы можем построить здесь трэш-автоматы. Стеклянный трэш-автомат готов. Все, все трэш-автоматы у нас построены, шикардос. О, сколько денег за мусор. Вот так-то. Все это обязательно несем в банк, потому что с меня скоро спишут кредитные деньги. Кстати, смотри, что я тут нашел. Я нашел тут какую-то штуку, которую можно построить. Но это будет что-то странное. Я в таких местах еще никогда не строил. Что это будет? Бот, скажи мне. А, это будет грядка, вон оно что. Которую я смастерю из пластика и стекла. Вот такая вот грядочка, смотри, технологичная. Опачки, смотри, что мне банк пишет. У меня осталось 5 дней до погашения кредита, и он пишет: если вы погасите кредит прямо сейчас, то вы получите скидку в 12 монет. То есть вместо 20 я заплатил бы 12. Но денег у меня нет, поэтому, к сожалению, я не смогу сейчас оплатить. Вот. Мне нужно как можно скорее откормить всех здесь улиток. Оп! Наступил день платежа. Сегодня вы заплатите 22 монеты. Ну хорошо. Итак, я отдал 22 монеты. Это означает, что через 30 дней с меня спишут еще 22 монеты. И так продолжится, пока я не выплачу всю сумму. А именно 220 монет. Ну ты понял, да? Вон, смотри, календарь сверху справа опять обнулился. О да, улитка, не толкайся. Я тут на валюте поднимаюсь. Ну, на валюте и на обменнике. Так, ништяк, уже 20 монеточек с лишним. Сейчас это все закинем туда. Поскорее бы мне уже выплатить этот кредит. Я обнаружил еще одну поляночку, которую нужно благоустроить. Сейчас мы это сделаем. И начнем... Так, это я заберу. Начнем сажать семена. Чтобы у нас здесь росли красивые растения. Итак, нам нужны вот эти вот желуди. Потом что еще? Тут тоже желуди. Там желуди. Че, одни желуди, что ли, нужны? И там тоже желуди. Ладно, пигби. Воспользуемся твоим магазинчиком семян. Вот такие вот желуди, 4 штучки мне, пожалуйста. Спасибо за скорую доставочку. И начинаем садить. Садим быстрее, как можно быстрее, потому что, когда я посажу все, придут новые животинки и дадут мне много денег. И с вероятностью 100% я смогу выплатить кредит. По крайней мере, я на это надеюсь. Итак, надо набрать водички. И заливаем... Да отойди ты, пожалуйста. Ну не надо меня любить, вы только мешаетесь. И заливаем все наши ростки. Так. Похоже на денежное дерево, но я уверен, что это не оно. Надеюсь, что тут вырастет что-то интересное. Да, что-то интересное растет, это хорошо. Интересно, кто к нам прибежит? Кто с этих деревьев кушает фрукты? А вот, собственно, и он. Это у нас белка. Смотри, какая крупная белка, мощная. Хо-хо, больше, чем я практически. Ну ладно, не больше. Ну, в пол моего роста. Че, ждете орешков, да? Ну давайте я вам помогу. Сейчас соберу орешки, покормлю вас. А вы мне свои бабочки дадите. Кстати, интересно, какие бабки она мне даст? Опять валюту какую-то? Зарубежную. Или наши? Дублоны. Ну да, зарубежная валюта у них. Бельчата, смотрите, что я вам принес. Смотрите, сколько орехов. Бегите все сюда. Кушайте. Наслаждайтесь. Маловато было орешков, да? Фу-фу-фу-фу-фу. Как вы тут навоняли, напердели. Пожалуй, я пойду еще орешков соберу. Ну чё, ребят, смотрите, еще 5 орешков. Кто успел, тот и съел, как говорится. Давайте, налетайте. Налетайте. Одна белка уже наелась. Так, сколько она даст? 5 монеток она даст.
Блин, вот вы прожорливы, а еще нужно два орешка. Ну хорошо. Вот вам два ореха. Съедайте. И давайте ваши бабки. Бабосики, бабосики. Помогут мне с кредитом. О, да, мы очистили этот участок. И маленькая белочка нам сейчас поможет. Ты видела, она семечку скинула? Ого, нифига себе грибочки. Видал? Белка использовала свои семена для выращивания надувных грибов. Они помогут тебе перепрыгнуть через реку в новый район. Ну ништяк, спасибо, белочка. Ты очень добра. Не только денежкой помогла. Где у нас обменник? Выжидаем момент. Давай, нам нужна вот эта валюта, чтобы она вскочила наверх. Давай, поднимайся, пожалуйста, пожалуйста. Скидываем бабки. 60 монет я получил. А через 14 дней с меня спишут процент. Вот же ж, блин. Все, я собрал все деньги. Все деньги, которые мне дали белки. Я их обменял, и этого недостаточно. У меня в банке сейчас 179 монет. Этого очень недостаточно мне для погашения кредита. Давай еще весь мусор сбросим с тобой. О, да, мы получили один дуплон. Это, конечно, не спасет ситуацию, но... Теперь у нас кругленькая сумма. 180 монет. Я знаю, что мы будем сейчас делать. Мы будем отбирать фрукты у животных. Ну, как отбирать? Повзаимствуем. Они все равно не хотят кушать, они сейчас отъевшиеся. Мы эти фруктики заберем и продадим в фруктовую лавку Пигби. Он за это нам даст бабочки. Ну и что, у меня полные карманы фруктов и желудей. Давай это все отдадим нашему Пигби. И посмотрим, хватит ли мне денег выплатить кредит. Ну хватит меня толкать, белки. А, это ты? Опачки. А вот и банк, которому не терпится списать с меня бабла. Но нет, у меня нет денег. Подождите. Продолжаем сдавать желуди. Оу-оу, гляди, сколько бабла. О, да. Так, надеюсь, что мне сейчас хватит. Мне, в принципе, должно хватить. У меня больше, чем 220 монет. И сейчас мы закроем с тобой кредит. Да хватит пинаться, толкаться, белки, блин. Шальные какие, а. Все, 240 монет. Отлично, идем в банк и закрываем кредит. Фух, наконец-то. Я выплатил кредит. А подскажите, пожалуйста, как мне его выплатить? Можно я его выплачу весь? Я еще должен банку 198 монет. Но почему-то полностью выплатить я не могу. Вот это да. Ладно, давай подождем, когда у меня все дни закончатся в плане погашения кредита, и посмотрим, что скажет мне банк. Может быть, надо было соглашаться на 12 монеток? А вот, собственно, и кредит, пожалуйста. Списывают они его с меня. Все понятно. Перепрыгиваем на другой остров. Короче, фишка в том, что когда я накопил сумму, которую банк от меня хочет получить, я ее не могу единовременно погасить. Короче, банк будет высасывать с меня деньги ежемесячно. Надо будет соглашаться на скидочку в 12 дуплонов, ну, типа, раннее погашение. А погасить всю сумму сразу я не могу, к сожалению. Хотя деньги у меня есть. Ну что, поляна практически очищена. Конечно же, на эту чистую поляну сбегаются грязнюки. Засранцы. Лишь бы все засра... Опа! Вот этот поворот, вот это в меня грязюка прилетела. Да не просто в меня, еще и банкомат. А, налоговый автомат. Загрязнили, засранцы. Так, что, всех? Всех очистил? Не-не-не, не взрывайтесь, не вздумайтесь. Блин, один взорвался все-таки. И монетку, по-моему, еще взорвал вместе с собой. Вот же ж негодяй, глаз да глаз нужен. Опачки, я тут лазичку одну заметил, смотри. Выступы есть, по которым я могу вот так вот скарабкиваться. И куда я, интересно, залезу? А походу я залезу за яйцом вон туда. Так, теперь мне сюда нужно. Ого-го, вот это высота. Ё-моё. А тут прикольно. А, упал! А тут прикольненько с высоты так смотреть на все. Ладно, не до этого нам сейчас. Забираем яичко. И теперь лезем вон за тем яичком. А тут нам нужен какой-то огненный ключ, чтобы отпереть огненные врата. Ого. Так. А-а-а, вот что нам нужно еще очистить. И тогда
Да. Этот район очищен на 100%. Наконец-то. Спасибо, налоговик, что опередил меня. Засранец. Лезем дальше. Нам нужно забрать последнее яичко, которое здесь есть. О, да. А теперь спрыгиваем вниз. Ух. Да, когда мне больно спрыгивать, я теряю монеточки. В данном случае я потерял налоговый токен. Ну чё, тортилы, вы объелись? У вас вон сколько еды здесь валяется, а вы не едите ничего. Держи, друг мой. Панцирный. Налетай, братва, на панцири зеленые. Вкусные, мятные. Как арбузы, водянистые. Все черепахи набили пузо. А это означает, что мы скоро с этого района убежим. Красные черепахи? Ого. Прикольно смотрится, кстати. Бабки, бабки. Черепахи, давайте бабки свои. Я закажу вам пиццу. А потом к вам придет Сплинтер и научит приемам крутым. Так, ништяк. Район очищен. Осталось только сбегать, все эти деньги потратить. И, конечно же, взять налоговых токенов, чтобы построить мост. Ну а то, как мы будем строить мост, ты увидишь в следующем видео. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить свой крутой лайк под этим видео. И обязательно подписываться, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.